Нас вчера сбивала одна сова, вопрос нет. Сова и анкил сбивал. Я джипса Лёша поставила. Спасибо. Вы, походу, вместе Проебывайте. иногда даете этот тайф. Проебывайте каст вайприда, блин. Лех, у нас проблемы с диспелом, потому что 5-7 кастов приходится дать по рейду, чтобы снять. А это практически 8-9 секунд уже я получается. Поэтому говорю, блядь, стойте, сука, все под боссом, блядь, в точке. А тут не поэтому, понимаешь, я сам в себя бью и с 5-6 стака только с себя диспелю, понимаешь? Хотя я бью-то по себе. Если они все будут стоять вместе, и лужа хиловская будет их подхиливать, которые я кидаю, а я кидаю чуть не на 5-7 человек. Вот объясни людям. Блять, вот сложно стоять, сука, в одной точке. Ну реально. Вам сложно стать, блядь, всем в одну точку? Ладно, я понимаю, ханты там два стоят. Блядь, всем остальным сложно в одну точку стать под босс. Я не понимаю, нахуя вы луч берете вот здесь? Вот здесь, на вот края. Мне тоже интересно, зачем вы выбегаете луч далеко? Луч идет в босса ебучего. Около босса стойте и забирайте, как делают с этими ледяными копьями на Джайне. То же самое. Посмотрел дамаг, по-моему, вам 5-1 канал. Масса, Мазер, Санте. Ханты, не надо выпрыгивать от босса. Вы этим отрывом можете сейвиться. Так же, как и маги, так же, как и гоб. По жрецу, Локи, Биг Баббл, Санте, Йена, Редвар. Делорус, Коника, Неликс, Мозер. Мозер делал урон вообще, в сравнении с остальными. Где, блядь, ваш урон? Те, кто остальные ниже. По провидцу, блядь. Давайте это, ну, по лучам договоримся. Библ, вот, вот стоит. У нас один Библ бьет, блядь, и того, или что? Библ, Локи, блядь. Где остальные? У нас КЕ кто-нибудь кидает вообще? Трэш. Я ебал, короче, я стреляю в него аж на 6 тысяч. Вместо хватил мне 2 тысячи урона по нему. Как, блядь? Кто КЕ кидает? Чего? КЕ кто кидает на босса? Че это такое? Блять, блять, Бена, не доебывайся, если не знаешь, это проклятие Лока. Ага. Зачем, меня, сука, сопрут 50%, блять. Аспект не стивым наймом. А, там, да, там другое. Давайте по лучам договоримся. Да. Человек, который держит луч, он отслеживает свои стаки. Рядом с ним стоит следующий, становится сбоку, все рядом. Все набирают по 5 стаков вообще. Больше 5 стаков никто не набирает. Как наберут все по 5 стаков, только тогда набираем больше. Ну, Дестер, КЕ покидайте. А сколько это? Вот смотри, появляется луч. Вот один луч, если один человек будет под ним стоять, сколько стаков наберется? 20. Сколько ты будешь стоять? Нет, ну чисто вот один 20. Луч появляется. Больше 20. Хотя да, там где-то, наверное, 25. Типа один луч дает больше 20 стаков? Да. Да, поехали. Подожди. А босса как-то можно пропускать, может быть? Подожди, да, вот, смотри, дорога. Видишь, сколько у меня, блядь, 22 выстрела в поглощение уход, ебучий. Так а нахера ты в сурве? Да при чем здесь сурф, если КЕ не кидают? Кидайте, блядь, Пелп дамажит. Сантей дамажит, блядь. Локи дамажит. Пускай кидают. Горит. Лёха. Отвлекаю. Я понял. Снова надо, блядь, исполнять, а не тупая. Не могут, блядь, нормально продамажить. Чё там арестор друид стоит? Не под босса. Легче хилиться-то. Девка. Вот, а сейчас, блядь, сове ебучий бежать. За вас, хуй пойми куда. То же самое касается Казума. Лови, за вас, блять, еще одной. Сука, станьте все в босса, блять.
Сейчас начну начислять, блядь, ГПшку за эту хуйню. Все, блядь, стали в босса. Кого еще, нет? Блядь, сдвиньте, мосса. Стань в босса, блядь. Парада. Леха, забери. Забери. Выбери. Я это случайно забрал. Бабл? Не, не надо. Я уже... ДНМ. Я собью первый, Жужу. Второй собьешь. Выбирай. Уже, наверное, поднимите. Три. Второй собьешь. Собери. Лимон. Он на тебе. Нормально. Коника. Самое, стенки. О, больше 500. Достал. Не набирайте больше 500 коник. Не забирай пока. Может, забрал. Ближе подведите его, ближе. Старайтесь ближе его подводить. У совы заберите. Блять, вот зачем ты делаешь это? Я забираю. Забирайте. Лаки, вы. Дайте гимн тотем поставил. Луч босса. Че, люди без стаков, да? Не хотят словить? Вот. Я сказал по 5 стаков. У кого нету стаков? Пошли, забрали вот. 5 набрали. Ну, знаем, ты первый. Мобов уже бьем. Забери. Подпал 10 стак. 7 элбер. Матиола 0 стаков. Подлучку не хочешь? Кривоуш закрой.
лишний луч появился. Всем сказал по 5 набрать, а уже у людей по 10. Что попадает? Не диспелят нихуя. Диспел. Кого-то мне. Ловите меня. Кого-то рисую. Вот там не прошивают. Фоника, 4 стака, лови дальше. Давай я половлю. Бадрега. Разум, 5 стаков, еще немного. Бит бабу. Я сам. Забирай. Долоров 15. Жена, ты первый. Лёха. Снимите жреца. Да, блядь. А, да. Отвлекаюсь на рит, ебучие. Дайте еще один бой. СС, помню. БР дайте, у кого есть. Срочно. Какой-нибудь танк босса. Нету БР. У Мосса, Мосса, выбегай. Можно наконец падает. Спел будет? Рит, блять, падает. И спела нет. Или это, блять. Или, блять, не этот, проебали каст. Спел. Убивайте. Так, подожди. Убивайте. Получить еще рано ТНВ, да? Идем дальше. Лёва, бабл есть? Нет, тут не бабл. Коника. Все, байеров нет, ну. Давайте этот монорад по таунчику босс с лойдом. Пока не надо, я скажу. От стаков умер, да, Коника? Нет, он где-то далеко. Его не доставал. Это же не стал. Да, нет, спал, не спал, не спал. Таун. Ты в середине. Босса не забрали, что сделал? Сейчас, сейчас никто не встает. Посмотрим позиционочку вашу делу. Гепка. Надо что-то делать с этим. Не стоил нафиг. Собьёшь. Блядь, ты сука! Там уже полвида даже. Да блядь, на мне 19 было и луч в меня попал, я под боссом вон почти стою. И сука, он в меня, блядь, прицепился. А зачем ты столько набираешь? Скажи. Да, да мне 15 было, потом 17, а потом он случайно попадает в тебя, я же не видел, что он в меня попал, я в толпе народу стою, а он в меня попал, 2 секунды и все пиздец. И стало 16, потому что стоим под боссом, а никто не закрывает. Ты от своей жадности и в следующий раз так же повышишь, потому никто что не, ты... Никто не встает. Какой-нибудь рандомный луч поймаешь и все. Ну, Локи вылетал. Монара, где сопрот? Говорю, мы можем часть в босса Разон, пускать эти ключи? Где сопрот? Сантей, где сопрот? Слышишь, Лёха? Подожди. Войт, где сопрот? Редвард, мне кажется, он кончился только что. Кончился. Мосса, где сопрот? Я смотрю, через 2 минуты после пула. Пул мог бы идти дальше. Пул мог бы идти дальше. Мозер то же самое. В я тебе говорю, что в бою закончился? Могу скринский? В бою закончился. Че не перепил? Все вы уже сдохли. Смысл? В смысле? Если у тебя в бою закончился. Ну в бою закончился, когда люди, я тебе сейчас скрин скину. Да, многих в бою закончился, правда.
Когда же заскринился. Вставайте. Тут есть одна мысль, Лёш. Тут ребята помирают, если на них там 10-15 стаков от луча, они подлетают от метки, и в этот момент они умирают, потому что их скиллы не достают, они же подлетают вверх. Это надо именно престол ловить и щиток на него в этот момент кидать еще. Смотри, вот этот луч, когда идет, луч идет в босса. Что он дает по боссу? То же самое. Ну, у него увеличенный урон. А этот, ну, получается, на нем вот эти стаки, они спадают или также висят, ну, до бесконечности? На эффекте написано на боссе, когда в него лучи идут, там больше 20 стаков копится на нем. Он просто копится, и там не написано ни количество урона, которое он увеличивает на боссе, ни ДПС, там вот эта дотка. Там просто написано, типа, никто не знает, что произойдет, когда дохуя накопится, типа. Там Настюша пришла. Может, какую-то часть будем в босса, не сказать? Ну, в босса все равно и так часть идет. По-любому, потому что кто-то проебал маленько луч, или пока там бежит, перебегает туда-сюда. Все равно в босса попадает по чуть-чуть. Ну, либо урона нужно больше, потому что там уже, да, вот, по перефазу жестко начинает пробивать. Мы, мне кажется, не успеваем до второй фазы, по стак. Потом начинается столько. А у всех что, в хп или да. Там потом идет очень много урона и диспелишь, и, грубо говоря, люди проседают, те даже, которые с диспелены, их поднять просто Но типа смотри, я цепухой нахиливаю ровно столько же, сколько у людей в эту же секунду сносится хп, но это не нормально. Может, блин, я не знаю. Типа, мне кажется, может наоборот надо в ДД. Ну да, и типа бурстануть его. Потому что, например, до 50% босса там дамага вообще практически нету. Пора идти. Это что? А потом дать герою перевести его? Может быть и так надо. Может, ну типа Геру даже с пол, чтобы больше прям влить в него в начале. Нет, Геру точно надо на первых мобов, потому что их можно бурстануть и все это время до вторых мобов. А что вы паритесь? Ну, может типа быть тут два танка тут надо всего лишь, а не четыре. Сейчас а почему быть... четыре танка? А почему четыре? Типа, что-то они делают с коватами, я так и не понял. Вот они таунтят, там дебаф, если складывается, то ваншотают. Они просто ретаунтят, ну, босс. Как, как на морозе, как да? На морозе, да-да-да, Ген, да. Так, ну еще типа... А, ну и два моба выходят, то есть еще два. Может быть, пускай эти мобы выходят и их напуливают просто ханты на... Типа, разве что, да, один танк на двух мобов, который держит их вместе. Да не надо никакие мобы, блять, танки. Просто танки под боссом, которые они просто будут агрон набирать и все, блять, на этих мобах. И просто ну это может 6 хилов. Да слышите, ебать. Может мы зря здесь 6 хилов, может надо больше ДПС просто, ну 5 да. 5 хилов, 5 2 хилов, танка, одного. Блядь, и 18 ДД надо попробовать. Но вчера было 5 хилов, сколько? И основное было ДД, и поэтому можно... Да, мне кажется, одного танка на двух мобов. Просто. Да нахуй нужен на двух мобов этот танк. Здесь точно много 6 хилов, потому что до середины боя тут вообще хилик практически нет. Если на второй фазе стаки спадают, то... Окей, если нет, то я не знаю. Но вот в курсах это... Во второй фазе продолжаются эти лучи выходить также мобы. Ну, насколько я знаю. В курсах это Лёха хоть на секунду замешкается и не заберет с меня босса, или трэш, то это будет сразу в... Одного моба... Ну, одного танка точно нужно ставить. Так вы таунтите только босса. Нет, а Лёха-то отвлекается. Если еще он будет что-то делать помимо как босса таунтить, это все, ну, я уже за один бой три раза упал. Так танк, блять, это потеря целого ДПСера. Ты и хилишь танка. Да мне похрен, я-то сделаю то, что надо, а вот от Лехи, думаю, просто, нет. Просто разрешаю. Потому что он и релит, он смотрит за вами. Ему он будет не может сейчас зайти в Дискорд, да, сейчас. Тишина такая наступила. Это, ну, я думаю, что, блядь, надо ДПС, потому что, блядь, не можем дотянуть, перевести эти стаки копятся. Все, что я могу предложить, надо сделать меньше на одного танка,
Надо сделать больше на одного ДД. И перекинуть хотя бы часть усилков в ДД, потому что нам просто банально, даже если мы перейдем на вторую фазу, стаки скорее всего не скинутся, потому что говорили, что там также три луча будет и выходить трек. Тогда мы не захилим. Кто говорил? Кто-то переводил? Физически. Я тебе могу это сказать по темке в крепости Бурь, в которой об этом писали Дезурону и просили, тогда чтобы нужно... убрали... Тогда нам нужно ДЦ и Элбрилла туда в холика. Вот у нас ДПС сколько? 300 тысяч, да? Этого мало. Нам нужен холик. Три танка еще можно как-то понять, но в два тут точно будет печалька. Может даже не в танка, хотя бы минус один хил и усилки в ДД перекинуть. Потому что, ну мы серьезно, мы не успеем просто банально. Если стаки не спадают, мы просто упремся в то, что на каждом будет по 19 стаков, и все равно будет вылезать эти маны. Да никто ничего не упрется. Ну, усилки не надо убирать. Ничего не упрется? У нас по 15 стаков и всего рейда. Просто мы к тому времени, как переводить на вторую фазу, все имеют кучу стаков, очень сильно пробивают рейд, мы не можем их даже поднять. Я сдиспеливаю и вижу, понимаешь, там остается 2-3 человека, остальные сдиспелили, и они по хп не поднимаются. Или меньше, чем ты урон получаешь. Ты прибавь 60к ДПС сюда с 3 ДПСеров нормально. У тебя не будет столько стаков, у тебя будет сразу вторая фаза. Я же про что я говорю, что нам нужно быстрее перевести на вторую фазу, чтобы было меньше стаков у людей. Вы забываете, что ДЦ, когда нас пробивает, ДЦ в этот момент нас диспелит. Получается, что не на всех есть щитки. Нам нужен второй прист и холик. Это будет полегче, вот что поменялось вчера. Когда Элбрил вчера диспелил, в этот момент за него хилил... Что-то там колодец, да? Настя тоже диспелила. Она успевала делать 3 каста, я 2. И мы сдиспеливали это вдвоем за 3 секунды. А сейчас я один 7-8 секунд диспелю. Если вы думаете, что я не вижу, что надо диспелить, то у меня иконки вместо зеленых становятся фиолетовыми все полностью. Он диспелит. Тут точно не нужно 2 аэродрова. Чем могу сказать? Тут не такой дымак идет, как на роботе, чтобы 2 аэродрова. Два аэродрома не надо, нужно именно что-то, вот, чтобы прохиливало, да. Да, Настюш, я тебя заманиваю. Вот серьезно, я до 70% могу вообще не хилить, мне ничего не поменять. Да, постарайся, потому что Лёша в субботу-воскресенье не сможет, у нас, скорее всего, завтра ХМ опять. Вот серьезно, у меня весь вот этот хил, да, с третьей позиции, это чисто с 50% босс. Все. Я могу, можно сказать, всю первую часть вообще не хили, я только косты сбил. Холипал надо, блядь. Нифига у Элбрила. Ну ты полный скинул. У тебя пальцы там не болят на дисплее? Просто бедные. Да не, нужны присты, и тут сюда много пристов. У меня 400 с лишним за один бой диспеловали. Обалдеть. Понимаешь, долго диспелиться, потому что я вот по себе, да, я стою в центре практически и кидаю чуть-чуть со смещением, чтобы кого-либо доставать. Я иногда себя 6-го раза только сдиспеливаю. Потому что вот эти всякие пэты, наверное, тотемы, все это диспелится, блин. Ну, я ей помогаю, когда есть возможность. Настя, у него есть нога еще. Вон Настя пришла. Я уже давно говорю, что она пришла. Она уже даже в Дискорде. Я уже с ней разговариваю. Вы думали, я сама собой, что ли? Откуда мы знаем, может, ты сама собой разговариваешь? Если у кого есть возможность Лёхе сообщить, что надо на один больше ДД хотя бы, и усилки в ДД, надо это сказать. Давайте под вчерашний состав приблизительно подгоним. От того, что мы сейчас делаем, вообще толку никакого. Мы просто упираемся в то, что у нас так по 20 штук. Так, а кто у нас в хиле? У меня вчера ХПС был в холике, да, даже, по-моему, больше, чем сейчас в ДЦ. Теперь читай чат. Да, вижу. Тебе, Полина, пианист не рассказывал историю, как Хант с питомцем разговаривал во время рейда? Рассказывал. Настюша-то у нас не питомец. Она мне даже отвечает. Да, Настя? В иллюзиях. Я на в личку пишу.
Чакова от ману отопью. О, вынь запихали. Давай. Монород, дай Inner Coil брелу. Быстрее будет. Я камни меняю и спег переделаю сейчас. Блин, у меня Элем под робота подстроен, почти все усилки в ХП. Сапрота только выпить. Кстати, я могу тандером сбивать. Да, сапрота выпить. Кирс, 9 минут. Я вижу. Не переживай. Только идет. Включнее, пока он во время боя пропал. Так у многих пропал, потому что с самого начала сейчас роботы били. Уж там 2,5 часа прошло с роботом. Минут с предыдущего оставалось, поэтому я так вот. Считай 2 часа, а остальные полчаса перекуры. Парада. Все дела. Умрёте. Жена, твой каст. Турец появился. Было бы неплохо, если бы не водить туда-сюда. Привет. Ну, их откидывают. Поднимаю. Ребафы дайте сразу. Возьму портал. Так у стаки надо скидывать. У совы поменяйте. Меняю. Жена, твой первый. Че, по сколько стаков творить? И че по 5, потом по 10. Просто ваши стаки не вижу, как бы. До 10 ловить все. Как он?
Монород подними, как сможешь. Локи не могут, что ли, порталом? Могут, сделать? Могут. Какого хуя? Масса подними. Ребафа получил. Инер по ДЦ. Даю. Кирсгорн. Поднимите. У кого-то стаков нету? Портала. А сколько набираем? Радок, Азум, до 10 ловить. Короче, у меня 11 пока. Казум, Фарадок, Казум может обновить. Он падал. Матёва. Жена, ты первая. Еще маны по ДЦ. Маны по ДЦ дайте. Дай же нам, если есть клинер. Больно уже тебя. Да есть такой. Юзайте вы блинк, блядь. Еще есть люди, у которых стаков нет? Да, да. Есть. У тебя коника? У меня 4. Вот, лови. Следующий. Вот сейчас буду в лаве. Он там справа. Босс. Пусть коник капа ловит. Дайте БР. На тело поднимай. Кинь метку, нам было все забирать. А еще. Вот. Мозера поменял. Блять. Поменим, да? Пятерочку стаков возьму на себя, потом поменяется. Номера как откатится, сразу давайте. Меняйте. Ген, давай. Подарок туда я. Элбрю. По пианисту и создайте. Ты первый зажим. Даю. Нет, не даю. Поднимай Мосса. У него есть рибафа прохил. Чё? Перехватите лучше. Ну слушай, Тандар тоже забил. Матёва. Сильнее моба. Из всех табличка вышел, да? Нет. Вот. Поменьше и стаков закрывай. Если у кого-то БР остался, поднимите. Мосса, давай имя. Вижу, превратиться, блядь. Это, уводи его отсюда, надо превратиться. Пусть босс лучше идет, похуй. Я держу, бейте. Отводи, моба бейте. Моба убейте. Вы умрете. На хп гимн какую-то хуйню сдохну сейчас. Такое ощущение, как будто урон повышается постепенно, независимо от стаков. Не находите?
Дартлан. Сколько минимально стаков у кого? У меня 7 кого. У кого меньше 10, вы, блядь, и выходите ловить эти лучи ебаные. Меньше 10, там меньше 15. Давай мобов в сторону попробуем перевести просто. 6% надо вам добить. У нас вроде Гера доступна, нет? Давайте босса Геру довести, посмотрим. Дал Геру, будет. Давайте заливаем. Сколько процентов? 3-4. Реальте. Ману там порезайте себе. Внимательно, сейчас метка будет. Пацан, мобы. Бигбаба. Чё, я сам, не надо меня сейвить. Смотрите, что на фазе будет. Вот фаза. Что происходит, смотрите. Каст какой-то. Валитель бейс. Жреца, жреца, бить. Кучу встань. Полученный урон снижен на... Короче, знаете, на ком были метки, с них вылезли ады. Ну, на ком были дебафы от луча. То есть их надо отводить в сторону. В смысле, кто? Смотри, сколько вылезло. Ну, как... там их шесть. Шесть вылезло. Много, по-моему, вылезло, да? Шесть вроде вылезло. Заметили, что на нем дебаф, получаемый урон снижен на 50%. Ну вот и без легких. Я там заскринил это. Сниженный, пока вы не убьете мобов. То есть это нужно убить. Как-то типа, их бахать, выбегать и сливать ауе. Каким образом? Ты вообще видел, какой там урон прилетел? Просто сразу весь рейд забрил. Подожди, с кого вылезли мобы, а с кого не вылезли? Они с кого-то вылезли. Наверное, нам нужно из круга выбежать куда-то в сторону, в одну сторону. Я посмотрю. Отхилиться. Видос же есть. Жрец пропал, вместо него заспавнился моб. Ща гляну. Ладно. Сейчас посмотрю. Я на ключи стримит. А ссылка в Дискорде. Тебе стрим есть? Да. Я начислю. Давай, Фарада, епшку, мы погнали. Я начислю. Ну, 1500. Давай. Я больше не ДВМ, можно на кнопку поставить. Ну, вот прогресс уже есть. Всё, дайте порт, пожалуйста. Зато это было красивое окончание начала второй фазы. Затронет полторы за гилд 600. Там этот баф прочитали, да, там на 50% урон снижается по боссу, и за каждый килл от этой псины по 5% хп боссу скидывается. Ну, короче, бля. Понятно. А, то есть мы, если 6 псин убьем, то получается... Да, это будет килл. И псин надо разводить в разные стороны все, потому что псы, когда рядом друг с другом, там по ним урон уменьшается. Дайте порт, магия. Короче.